парке Наташинские пруды прошел праздник любви и тепла. Вместе с жителями округа в сказочную атмосферу окунулась и наша съемочная группа. Конкурсы и спортивные состязания. Каждый мог проверить себя на ловкость, поиграть в городки и хоккей с мячом. Люберцы – замечательный город. У нас замечательные люди, замечательные ребята. Ребята, вы счастливы? Молодцы! Я думаю, что, глядя на вас, старшим хочется жить, радоваться, делать все для того, чтобы таким ребятам было хорошо, красиво и уютно жить. Счастья, здоровья и веселитесь, на то и праздники. Правила старинной русской игры «Городки», или по-другому ее называют «Рюхи», старшему поколению знакомы с детства. Взял палку и сказали «бросай, попадай». И все, и научился. Мастер-класс по изготовлению рождественских ангелов провели в резиденции Деда Мороза. Продолжает работу и почта зимнего волшебника. С начала новогодних праздников маленькие жители округа написали более 3000 писем. Наши пингвины работают слаженно. Мы трудимся тут с утра до вечера. Все письма погрузили в коробочку и отправили Великий Устин Дедушке Морозу. Не обошлось на празднике без сюрпризов. Дед Мороз привез с собой в Люберцы две большие корзины со сладостями. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.